Жалпы есепті кезенде біздің облысты экономика дамының 10 серпіні қамтамасыз етілді. Весомый вклад Тинашева, Бурабайского района. В вашем районе мы тоже реализовали очень крупный проект. G-процессинг, 105 миллиардов тенге инвестиций, почти 1000 рабочих мест создали. Очень инновационный, индустриальный, мощный завод. Бурабайский район внес свою такую значимую лепту в нашу инвестиционную привлекательность. А вообще, почему я так серьезно остановился на инвестициях, мы должны понимать, что это рабочие места, это занятость, это доходная часть нашего бюджета. Құрметті аудан тұрғындары, Ақмола облысы еліміздің негізгі ауыл шаруашылығы өңірлерінің бірі. Биыл біз ауыл шаруашылығы дақылдарын егіс алқабын 5,2 миллион гектарға дейін жеткіздік. Бұл республикада ең үлкен астық сынасы. Бурабайский район, более 160 тысяч вал получился, урожайность более 14 центнеров гектар. Алжан Кержеш, жауап беріңізші. По району есть вопросы касательно земли. Во-первых, неиспользованных земель 110 тысяч гектар. Из них 22 тысячи гектар было добровольно возвращено, но 90 тысяч гектар есть. Второй показатель – это дефицит пастбищ. Около 60 тысяч гектар возле населенных пунктов. Если мы занимаемся растениеводством, мы должны параллельно заниматься животноводством. Это основная задача, которую ставит глава государства. Чтобы все земли, которые сегодня есть у хозяйства, они должны быть вовлечены в оборот. Поэтому ставьте эту работу на особый контроль. Возврат земель. В течение 3 лет мы по 500 тысяч вводим жилья. У вас в районе тоже строится. Я на сегодняшний день здесь вижу строительство 4 домов. Планируем 2 дома сдать. Здесь даже еще у них есть 7 домов, уже готовые поезда есть. Также мы здесь 958 земельных участков готовы уже будут в этом году в Заречном и в Зеленом Буре. Сколько сегодня у вас стоящих в очереди на земле? 19 780. Сегодня у вас 1000 участков земель, да, которые вы можете распределять с инженерными сетями. Это подарок президента, правительства Бурабайскому району для того, чтобы снять нагрузку с очереди. Также здесь строим дворец спорта. На сегодняшний день освоено уже 600 миллионов тенге. А следующий год выделено еще 1 миллиард. По Дому культуры что у нас? 21 ноября выходит проект экспертизы, все замечания устранены. Ускоряйте процесс. По дорогам, вот по Щучинску большую работу делаем, в селах наших. В текущем году было на ремонт дорог по территории Бурабайского района выделено 2,7 миллиарда тенге на реализацию 14 проектов. В рамках АУЛ ЕЛБСГ это средний ремонт дорог в селах Атамеке, Нурумкай. По развитию регионов улица Ауэзова в городе Щучинск, улица Толкунова, Пролетарская, Ломоносова, Габдулина, Пугачева, Разина и дорога на депо. Также ремонт дороги до села Сарабулак, улица Алатау в поселке Бурабай, средний ремонт улично-дорожной сети поселка Бурабай, там было охвачено порядка 10 улиц. Средний ремонт улицы Тауэль-Сиздык в селе Атамекен. Продолжаются работы по строительству дороги вокруг озера Тикиколь, Щучинск-Николаевка. Начата реализация проекта улица Джамбула, Казахстанская интернациональная, и капитальный ремонт продолжения по дороге Бурабай-Хатырколь. На следующий год предусмотрено порядка 3,7 миллиардов тенге, то есть на 1 миллиард уже выросли. Реализация 28 проектов предусмотрена по территории Бурабайского района. По республиканским дорогам, пан Кимшанович. Которые по Бурабайскому району проходят 189 километров республиканской дороги. Последние 5-10 лет они капитально отремонтированы. Планируется строительство школы. Сейчас подобрали земельный участок совместно с акиматом района. Комфортная школа. Ремзавод Ахшамаудан. У нас в этом году отремонтирована капитальная школа аула Маданет. В этом году готовятся 2 проекта. Капитального ремонта школы гимназии номер 1 и средней школы номер 4. По району сколько качеств? По району 67,8. Хорошо, неплохо учится, развивается. По оснащению нормально двигается? По оснащению идет. Они тоже в рамках модернизации включены. Котельные школы вынесли? Котельные в этом году в 3 школах вынесли. На следующий год планируется еще 2. У вас дом будет для медиков. Как у вас работа поставлена? На сегодняшний день у нас работает наша новая поликлиника на 250 посещений в смену. Все комплектовались по отделениям. Сколько приписано у вас там? 73 700. Ну, оказывайте помощь. Показатели района все на уровне промышленности, инвестиций. Вот. Ну, теперь надо думать о будущем годе вам всем. Динамика очень высокая. Здесь у нас подорожные карты есть какие-то проекты? На сегодняшний день вот крупные проекты мы отрабатываем. Это вот по биогазу сейчас решаем вопрос по земельному участку. Вот. А в основном проекты малого и среднего бизнеса только. Надо работать.